Чебоксарский экономический форум бьет рекорды. В этом году организаторы составили насыщенную деловую программу. Двухдневная повестка, десятки круглых столов и конференций, более 700 гостей из других субъектов и стран. Ключевая задача форума – поиск новых точек роста для развития регионов. Внешнеэкономическая деятельность субъектов сейчас выходит на первый план. Республика, отмечают эксперты, делает уверенные шаги вперед, не имея в своем активе нефти и газа. Этот пример необходимо тиражировать на всю страну. Вызовы времени требуют согласованных действий для поиска дополнительных стимулов развития предпринимательской инициативы, конкуренции, стимулирования притока инвестиций в реальный сектор экономики и в социальную сферу. Перед гостями я хочу ответственно доложить, у нас сегодня работают 7 иностранных компаний, буквально они пришли за последний период, мы создаем благоприятную среду для всех, кто хочет честно работать, платить налоги по российскому законодательству и, соответственно, выстраивать конструктивное взаимодействие с органами власти всех уровней. Сегодня экономика Чувашской Республики адаптируется к новым создавшимся условиям и вызовам. Республику знает как надежного партнера в решении самых масштабных задач. Республика привлекает инвесторов, и это подтвердили ведущие эксперты. Результаты национального рейтинга объективны, говорят предприниматели. Но перед субъектами стоит еще немало проблем. Привлекая иностранных бизнесменов, надо параллельно активно продвигать на внешние рынки и местные проекты. Важнейшим, может даже главным фактором повышения инвестиционной привлекательности должна являться современная промышленная политика. Иногда так случается, что мы иностранцам создаем более комфортные условия, чем нашим производителям. Вот мы вчера с Владимиром Александровичем Бакшаевым обсуждали завод «Сеспель». Но уникальное производство, на мой взгляд, с сумасшедшим мировым потенциалом. Хотя очень много проблем с точки зрения федерального регулирования. На мой взгляд, вот в современной действительности не должно быть таких проблем. Просто мы должны делать все, чтобы такие компании выходили на внешние рынки. Итоги инвестиционного рейтинга показали, в какой среде предпринимателям работать комфортно. Чувашия вошла в высшую лигу, опередив Москву. Недавно в стране были разработаны целевые модели, которые должны внедрять власти регионов. Эксперты говорят, что в республике с пути бизнеса устранили немало барьеров. Какие модели по информации органов власти сегодня внедрены в республике вообще полностью, на 100%? Таких моделей 4. Первая модель – это регистрация прав собственности на земельные участки и объекты недвижимого имущества. То есть вот все те показатели, которые нужно было достигнуть, вы достигли. Вы сказали, у нас достигнуто это на 100%. Вторая модель – это качество инвестиционного портала. Тоже вы посчитали, что работа как бы выполнена. Третье – это качество регионального законодательства, механизм защиты инвесторов. И четвертое – это эффективность деятельности специализированной организации. 50% – это теплоснабжение, вода, 52% это энергия, технологическое присоединение к электрическим сетям. Из всех 100% показателей, вот всеми регионами сейчас достигнуто 0. То есть так, чтобы по всей стране один показатель был выполнен, это 0. У всех находится в разной стадии, кто-то выше, кто-то ниже. Где идет стагнация, где ничего дополнительно не происходит? Поддержка МСП, 2% всего динамика, то есть как бы было и осталось, то есть ничего не меняется почти. Кадастровый учет, 2%. И регистрация прав собственности, 5%. Три модели, где мы затормозились по каким-то причинам. Это конкретные цифры, к которым мы должны прийти в конце 2017 года. Есть постановление правительства об этом, есть, значит, послание президента, в котором говорилось в том числе и об этой работе, да, ну и так далее. То есть как бы конкретные показатели, к которым надо стремиться. Внедрять целевые модели в республике продолжат. К этой работе подключились и муниципалитеты. Районам необходимы прорывные проекты. Были выделены гранты муниципальным образованием, наилучших, премируемые грантами наилучшие муниципальные образования, которые работают в направлении инвестиций. Разрабатываются и инвест-паспорта, создаются на местах у них свои советы по инвест-политике. Поэтому работу у нас муниципалитеты еще очень сильно ведут, и они у нас включены в этот процесс. В региональном Минэйке намерены облегчить и налоговое бремя для бизнеса. Смотрим мы, как работают другие субъекты по налоговому регулированию. Да? Все мы знаем, то, что налог на имущество от кадастровой стоимости. Многие субъекты уже его приняли и в прошлом году, и в позапрошлом, когда были внесены изменения в налоговый кодекс. Мы до сих пор это не приняли.
потому что очень долго Минэк сейчас с Минфином и с бизнесом эту позицию все-таки отстаиваем. Смотрели вот Нижегородскую область, вы там сплошным методом пошли, у вас попало практически 200 тысяч субъектов. Мы сейчас рассматриваем критерий, благодаря которому у нас попадет, наверное, сейчас порядка 200, может быть, организаций. Вот здесь работу мы ведем с бизнесом, и тесно ведем с бизнесом. И бизнес видит то, что действительно как бы органы власти идут навстречу. На помощь бизнесу в республике приходят и многофункциональные центры. Для предпринимателей в МФЦ открывают отдельные окна. С 1 июня в Чувашской республике, точнее в МФЦ Чувашской республики, начали предоставление услуги по регистрации на портале бизнес-навигатора малого и среднего бизнеса. Кроме того, с 1 июня планировалось начало предоставления услуги по информированию по программам обучения корпорации и запись на соответствующие тренинги. Такие меры поддержки привлекают и иностранных предпринимателей. В этом году на Чебоксарский форум приехало немало гостей из-за рубежа. Все они внимательно изучили промышленный потенциал Чувашии. Инвесторы готовы реализовать в республике и свои проекты. В Азербайджане намерены закупать чувашскую электронику для метрополитена в Баку. А корейские бизнесмены и вовсе планируют открыть в республике свой завод. К региону присматриваются и предприниматели из страны восходящего солнца. Японско-российские отношения – это существует три задачи – диверсификации, сотрудничество области. И второй – это содействие проведения малоразведывательных предприятий. Третий – это расширение территорий. Наша японская делегация находится в Чувашии впервые. Мы посетили различные предприятия, и многие предприниматели хотят сотрудничать с Японией. Мы знаем, что республика заинтересована в расширении экспорта в страну восходящего солнца. Мы тоже развиваем отношения с Чувашией. В республике неплохо развивается экспортная деятельность, и она помогает региону. Мы ищем, какое оборудование Чувашия может экспортировать в Иран. Нас привлекают разработки местных предприятий. Мы готовы предоставить преференции и чувашским предпринимателям, которые готовы выйти на наши рынки. Вообще приток иностранных инвестиций в российскую экономику растет. Эксперты говорят, что необходимо расширять и экспортную деятельность. Сейчас внешние рынки требуют не только наукоемкую продукцию. Большим спросом за рубежом пользуются ткани, конфеты и даже марлевые повязки. Когда начинается мысль о том, что вот есть глобальный тренд, и нам нужно занять глобальную долю рынка, недооценивается один очень простой факт. Мы ничтожно маленькая доля мирового рынка. Вот эти телевизионные кликуши, которые говорят про 2% мирового ВВП, что нам нечего тягаться с остальными, с обратной стороны это перспектива. Мы тупо удвоимся, и никто ее не заметит. Причем удвоиться мы обязаны, не захватив самый какой-нибудь гигантский рынок, это может произойти в тысячах мелких производств. Сейчас предприниматели остро нуждаются в поддержке правительства. Идеальную модель развития бизнеса разрабатывают в общественной организации «Деловая Россия». Нужно уменьшать предпринимательское бремя, налоговое бремя, снижать административные барьеры. Ну и, мне кажется, государство должно создать понятные условия. Должен создан быть инвестиционный меморандум, который, где предприниматель, если он выполняет все условия, создает рабочие места, платит налоги, строит эти заводы, он должен понимать, что правила игры не изменятся, что государство не поменяет процентную ставку, регуляторную среду. Вот такой инвестиционный меморандум «Деловая Россия» будет предлагать на всех уровнях. Свой потенциал предприятия презентовали на ежегодной выставке. В этот раз она собрала более 140 участников. На стендах инновации для агропрома, спорта, строительной и транспортной сферы. Нас очень часто начали подделывать. И мы нашу продукцию, в резину нашу продукцию, добавляем такое связующее, которое в ультрафиолете светится. Заместить импорт на рынке могут и чувашские мечи. А здесь он... Процесс производства там. Вот сезонные мячи китайские, они накачиваются. Да. А этот мячик, он более прыгучий. Хорошо прыгает. Индонезийский. Может, баскетбол играет. Благодаря инновациям эволюционирует и сфера торговли. На выставке презентовали новейшие кассовые аппараты.
она действительно очень простая в использовании. То есть человек, даже который не является специалистом, проводит с кассовой техникой, быстро с ней обучается. Плюс к этому есть возможность без проблем делать отчеты, все, которые необходимы для работы с кассами. Можно работать удаленно, то есть через личный кабинет, главное, чтобы просто был доступ в интернет. И очень удобно сразу то, что информация уходит в налоговую напрямую. Да. Вот. А какие операции проведены, все остальное? Да. Да, то есть приход, расход, сколько денег в кассе, сколько чеков было, средний чек. Столица республики впервые приняла региональный этап конкурса «Бизнес-успех». Лучшим предпринимателям вручили дипломы и статуэтки «Золотой домкрат». За премию «Бизнес-успех» боролись сотни предпринимателей со всех регионов УФО. Отдельную номинацию предусмотрели для муниципалитетов, которые внедряют лучшие механизмы поддержки бизнесменов и улучшают инвестиционный климат. В число финалистов вошли сразу 5 бизнесменов республики. Организаторов заинтересовали и проекты муниципалитетов. Тиражирование лучших практик мы планируем сделать по государственному заказу. То есть мы будем сегодня заслушивать 3 муниципалитета, где будут рассказывать, как выстроены лучшие практики. Дело в том, что государственные закупки тоже развиваются. И сегодня речь идет не только о 44-м федеральном законе, но и 223-й закон и 615-е постановление правительства о закупках управляющих компаний ЖКХ. То есть все больше и больше вот таких задач стоит, и этих практик все больше, и важно действительно в этой ситуации достаточно динамично и быстро успевать все сделать как нужно. Призерам регионального этапа предстоит побороться за главные призы. Финал конкурса «Бизнес-успех» пройдет в Москве. Проекты бизнесменов оценят ведущие эксперты.